встречи дома мы запланировали поездку в столицу острова Занзибар, Стоунтаун, а также посещение леса Джазани, где водятся эндемичные обезьяны красный колокус. А when season for mango? Yeah, now just flower. Знаете дерево манго, да? Местная маршрутка Дала-Дала. Почему так ее называют? Да потому что раньше проезд стоил доллар туда и доллар назад. Вот они теперь называют Дала-Дала. Наш гид говорит, что экскурсия займет от 1 до 1,5 часов, не более. Вот наконец-то заходим в Джазани парк и идем искать обезьян. So first we start to find the monkey. Тропинки, смотри под ноги. Идем по тропинке в поисках манки, обезьянок, которые живут только на этом острове. В мире больше таких нигде не увидишь. Называются они колобусы. Колобусы, знаете, как? Красный колобус. Red колобус, yes? Ух ты, вот, red. Elephant shrew. Elephant shrew, ребята. На этой территории леса Джазати питает два вида обезьян. Это секас-манки или голубые коронованные мартышки и обезьяны красный колобус. Секас-манки обитают везде в Африке. Вы можете увидеть их в Уганде, Кении, на Танзании материке. Секас-манки имеют нормально 5 пальцев на руках и на ногах. Но занзибарский колобус, мы их называем занзибарский, так они живут только на острове Занзибар. Называем красным колобусом, потому что у него красная спина. А колобасом, потому что у него всего 4 пальца на руках и на ногах. Они живут группами, семьями. В группе около 15 особей. Самец очень сильный, лидер. Они питаются молодыми листьями, цветами, семенами и незрелыми фруктами. Этот вид обезьян вегетарианский. Они не едят сахар, бананы и манги. Иногда они едят шоколад для удаления токсинов из организма. Период вынашивания потомства у них длится 6 месяцев. Они рождают только одного детеныша в течение 2 лет. И очень редко рожают второго. Продолжительность жизни у них всего от 20 до 23 лет. Иногда колобусы и голубые секис-манки живут вместе, большими семьями. Они играют вместе и не дерутся. У самца лицо белое, у самки желтое. Большая проблема для обезьян – это змеи и питоны. Иногда они из-за этого перебегают дорогу и попадают под машины. Это большая проблема для обезьян. Штраф за убитую особь – 1 миллион шиллингов. Поэтому люди стараются беречь этих обезьян. Эти обезьяны находятся под защитой. Это все, что я вам хотел рассказать о колобусах. Understand. Thank you. Understand. Thank you. Is
Лес Джизани – это национальный парк. И никто не может здесь рубить деревья, потому что это национальный парк. Все здесь находится под защитой. А что будет, если я срублю дерево? Сколько заплачу? 20 посадят в тюрьму. Prison? В тюрьму? Нельзя ли под денег? А может, я думаю, взятку? Нет, только в тюрьму. Ты уверен? Yes, конечно, уверен. Лес Джазани самый большой на Занзибаре. Площадь его 5000 гектаров. В Джазани обитают животные, насекомые, змеи, вараны, обезьяны, бабочки, хамелеоны и множество разных птиц. Лес Джазани – это тропический лес. У нас в лесу есть особые виды деревьев и растений, которые я вам покажу в процессе нашей экскурсии. Только мы можем увидеть некоторые из них, потому что времени у нас очень мало. Yes. So after I got enough picture, I gave you some information about this one. Okay, maybe some pictures. Это red colobus, yes? Yeah, red colobus. Это red colobus манки, обезьянки. Red colobus. Вот они. Надя фотографирует. Маленький спустился. Семья целая здесь, он маленький. Посмотри, все ползли с дерева. Хорошо. Вот это такой большой. Как конь проскакал. Baby. Mother of the baby. They are fighting. Four fingers. Четыре пальца, да? Хороший ты, красивый. This is male. Female. Самка. Ой. Две пришли. Ты видео сняла? Они уже на дереве сидят. Видите, да? Как не вижу? Вот он. Насколько их эта вся семья перенеслась на эти деревья. Это видео сними. Потом пофотографируй. Обглодали все дерево. Видишь, они эти бананы едят. Обглодали все дерево, видишь, они эти бананы едят, какие-то листики, а вот этот маленький ползет. Thank you.
Как? Бери, бери, я